В МФЦ Республики Дагестан стартовал всенародный исторический проект «Лица Победы». Он проводится с целью увековечивания памяти героев Родины. Участие может принять любой желающий. Для этого необходимо загрузить на сайт фотографии и воспоминания о людях фронтового поколения. Отметим, что сделать это можно как в самом центре, так и дистанционно. В данном вопросе вам помогут сотрудники отделения. Они окажут содействие и внесут необходимые материалы. В центре для этого находится сектор пользовательского сопровождения. Кроме того, в Музее Победы создана народная экспозиция, в которой участники проекта могут найти портрет своего предка и показать его детям и внукам. Асия Тумалатова, Амарбек Газиев, новости телеканала «Среда».